Организм человека за зиму истощается, и нужно заняться восполнением витаминов. Особое внимание необходимо уделить недостатку витамина С. О том, как лучше защитить себя от нежелательных болезней, узнаем в следующем сюжете. Витамин С – это водорастворимый витамин, который выполняет очень важные биологические функции в организме человека. В первую очередь, это очень сильный антиоксидант, то есть природный щит для организма, а также стимулятор иммунной системы. Поэтому при любых заболеваниях очень важно принимать высокие дозы, и когда вы начинаете себя плохо чувствовать, болезнь даже иногда можно купировать с приемом, максимальной суточной дозы там, в качестве 1 грамма. Лучшее воздействие на организм витамин С оказывает в совокупности с другими группами витаминов. К примеру, механизм защиты от высокого давления связан как раз с его антиоксидантными свойствами, то есть защитой от окисления жиров, которые могут налипать. Окисленные липиды являются первоисточником формирования атеросклеротических бляшек в первую очередь. Да? И, собственно, процессы закупорки сосудов, они так или иначе будут приводить к повышению давления. Поэтому один только витамин С не сможет защитить от повышения давления, потому что высокое давление – это многофакторная патология и не всегда связана с употреблением или недостатком отдельных витаминов. В весенний период Ольга Кравцова рекомендует классические источники витамина С – аскорбин и аскорбиновая кислота с глюкозой, а также можно заварить шиповник. Это не только полезно, но еще и вкусно. Энджи Минибаева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.